Добрый день, у нас сейчас уже 11:30 дня. Вот, хочу приготовить какой-нибудь обед, наверное, сумочку. У меня здесь есть грудинка, которую я достала еще вчера. Вот. Хотели утром снять какой-нибудь челлендж с ребятками, но у нас не получилось хорошей, дружной, сплоченной команды, поэтому, естественно, видео тоже не получилось. Поэтому будем довольствоваться только влогами. Скучненькими влогами, как у всех и как всегда. Вот, то, что есть. Буду готовить супчик. Хочу немножечко поджарить сначала грудинку. Наверное, сделаю рисовый супчик. Грудинку, рис добавлю и много-много зелени. Все, без картошки, без ничего. А вот мои каштаны. Я вчера сварила каштану. Ой, это такая вкуснота, просто вообще прелесть. У нас воскресенье, наверное, и у вас тоже воскресенье. Сегодня 17 декабря. Я работаю. Вообще по воскресеньям я не работаю, но сегодня меня девочка попросила, у нее сестра в роддоме, с роддома выписывается, и она мне попросила себя подменить, ее подменить. Вот, поэтому я согласилась, потому что девочка хорошая, никогда мне тоже не отказывает, тем более у нас скоро праздники будут, у нас будет скоро Новый год, Рождество, и, естественно, я тоже буду брать выходные. Поэтому, как говорится, нужно друг дружке помогать и понимать. Вот, я сейчас поджариваю грудинку, вот она у меня такая, добавила туда немножечко перчика, немножечко соли. Вот, теперь мне нужен рис. Рис я хочу предварительно замочить. Я всегда, если что-то делаю, какое-то блюдо с рисом, вот, я всегда его предварительно замачиваю. Тогда он быстрее готовится, и вот этот клах... К... И, как его называют? Ну, все, короче, не могу говорить это слово. Это очень тяжелое слово для меня. Для меня, человека, живущего 16 лет в Израиле, вот, и который говорит на трех языках, как на своих родных. Так что, да, оправдала себя, выкрутилась. Прям вот такая вот еда. Ну, короче, я замачивать сейчас буду рис. Тяжело очень открывать одной рукой. Мне нужна какая-то глубокая тарелочка. Вот, потом у меня еще какие еще планы на обед. Если честно, у меня вот было два кусочка грудинки. Вот буквально последнее мясо осталось из того, что я покупала. И поэтому мне сейчас нужно придумать полноценный обед. Детка. Из того, что есть. Как говорится, будем готовить из топора. Вот. Ну, супчик вот у нас уже практически сейчас будет готов. Вот. А еще я думаю, вот у меня остался еще кусочек мяса. Я, наверное, его сейчас порежу на мелкие кусочки, поджарю с лучком. Можно добавить морковочки. Я отварю, наверное, макароны. Сделаю такие макароны по-флотски с куриным мясом. Что-то такое будет у меня. Вот. Будет сегодня такой бюджетный обед. У меня было всего лишь два кусочка грудинки. Вот, из этого мы сейчас сделаем и первое, и второе. Ну, десерт мы уже из грудинки. У нас осталось очень много пиц. Вот, и они уже немножечко подсохли. Ну, выкидывать, конечно, хлеб жалко. Поэтому я решила сделать такие вот сухарики. Как и все, в принципе, люди делают. Мы в России так делали с обыкновенного хлеба. Но я здесь... Можно, конечно, эти биты еще именно поджарить на подсолнечном масле. Но это очень жирко, жирно. Зачем лишнее масло? Мы их так порежем на маленькие кусочки и поставим в духовку. И у нас будут отличные сухарики к супу. Ну как? Вкусно пахнет? Чё, мне нравится.
Запах мяска вкусненького. Это самое вкусное блюдо в мире. Да тихонько, да не... Да сейчас у нас будет все мясо. Мясо будет все у нас по краям. И не получится у нас бюджетного обеда. Не останется у нас мясо. Но целый вечер, мама, а сейчас мы будем еще. Да. Давай поперчим немножечко. Ты мешай, перемешивай. Подсолим. Потихоньку, сыночка, только. Подсолим. Вкусненько, да? Шашлычком запахло. Да, очень вкусно. Шашлычком, потому что пахнет. Обалденно. Обалденно. Еще с мясом. Обалденный запах. Так, потихоньку перемешивай, а то видишь, у нас весь лук на стенках. Остается. Хоть бы я успела это попробовать. Надеюсь, папа не приедет раньше времени. Даниэль, аккуратно. Я хочу ее понюхать. На, я отсюда. Давай туда чуть-чуть паприки копченой. Зачем? Для цвета и вкуса. Хорошенько мешай. Добавим сушеные петрушечки. Так пахнет хорошо. Давай мешай. Перемешивай. Это сушеная петрушка. Только сейчас не отет, а то от петрушки. Уже от петрушки не очень хорошо. И добавим куркум. Куркум я не знаю, как на русском называется. Покажи. Это типа кария, наверное. Турмерик написано, турмерик, куркум. Вот. И я обожаю приправку для котлет. Я ее почти что везде. Давай, положи. Вот так вот на английском. Покажи, как на английском. Это для котлет. Да. Для котлет. Она очень вкусно, очень вкусно пахнет. Очень, да, шикарно. Ее и к мясу можно, картошки, курицы. Смотри, как красиво стало. Да, более аппетитно. Да. Не вредно, а хорошо. Да, я чуть-чуть помогу тебе. Так, пособираем все. Да. И вот этот куркум, он желтенький такой. И дает цвет еды. Его можно и в супы кидать, и в картошку, и в макароны, и в рис. И мясо. Какие макароны будем варить? Эти. Хорошо. Я тоже макароны буду мешать. А я оператор. Я обожаю мешать. Я тоже, но я сегодня оператор. Зальем водичкой, так же, как и это залили. Да. Давай хорошенечко мешай.
Леночка, дойди. Аккуратнее, не заляпай себя. Мама, закрыть или открыть? Пускай открыто, а то так открыто. Да, а то стоит тут на троне. Бюджетный обед и готов. Детки уже лопают, кто-то супчик кушает, кто-то макароны с мясом. Ну как? Вкусненько? Очень. Запах креветок, а на вкус макароны. Ну, креветками пахнет, потому что чесночок. Поэтому да. У вас такое ощущение, что это креветки. Даниэльчик, ты кушаешь? Умничка. Ну все, приятного аппетита. Спасибо. Дианочка скоро поедет домой, скоро за ней приедет папа, да? Вот, так что обед вовремя. У нас уже 2:03. Мне к полтретьему на работу идти. Я здесь сделаю пирог. Самый обыкновенный, типа зебры. Вот. И все, это последнее мое блюдо, которое я сегодня готовила. Очень устала за сегодняшний день. Уже приняла душ. И мне хочется вот сейчас сесть, сделать себе чашечку капучино. Я думаю, я себе могу позволить 5 минут расслабухи. Вот, и побегу на работу. Яночка уже приехали. Папа уже ее забрал. Где все мои кружки? Хорошие кружки. Хорошие кружки до кофе. Это вот эти вот. Я обожаю те, которые я покупала в Икее. Хотела сказать по поводу своего маникюра. То есть цвет лака мне не очень понравился. Он такой с морковным оттенком. Вот. Но вот структура, именно структура лака, и как он лег на ногти, и как он держится, мне очень нравится. То есть лак очень качественный. Это я себя порезала ножом, когда готовила обед и лук чистила. По-моему, чирезала, чистила, не знаю. Ладно. Мне вчера муж купил много капсул. Купил мне медиум. Что я ему и заказывала, то в прошлый раз он мне купил сильное кофе, я сильное не люблю, вот, люблю такое медиум. Одно медиум он купил, а другое, по-моему, с карамелевым вкусом, что-то такое, вот, ну, очень вкусно, мне это нравится намного больше, чем сильное. Я не молоко. 2 раза кофе в день я пью очень в редких случаях, когда мне действительно очень-очень хочется, тогда я могу себе позволить. Так я кофе пью только утром, по утрам. Ну вот. Вечером это исключено. После 6-7 вечера это исключено. Кофе исключено вообще. Все, буду ждать. Сейчас пока нагреется молоко. Сделается красивая пеночка, я надеюсь. Погода у нас совершенно не новогодняя. На улице тепло, жарко даже, можно сказать. Тучки какие-то такие приходят и уходят. Ветра практически нету. Вот, ну, погода не новогодняя. То есть не холодно, дождика нету. Может быть, это и к лучшему. Ну, наверное, 100 пудов перед праздником польется дождь, будет холодно, ветер. Ну, что-то в этом году вообще было очень мало дождей. Обычно в это время уже прям хорошие ливни, и в это время холодно, температура совсем воздуха другая. Воздух хорошо пахнет, вкусный воздух. Вот тучки вот такие вот. Здесь такое голубое небо и облака такие размытые. Красивое очень небо, спокойное такое. Пирог уже готов, я достала его из духовки, проверила зубочисткой, все нормально, все пропеклось. Я туда еще добавила кокосовой стружки. Посмотрим, как получится, какой вкус придаст. Но я думаю... Господи, что у нас там на крыше происходит? Я думаю, не испортит вкус. Как говорится, масло в каше... Маслом кашу не испортить. Я так думаю, что вот пирог кокосовой стружкой тоже нельзя испортить. Так, мое молочко уже нагрелось. Можно делать кофе. Как раз попробую сейчас пирог с кофейком. И буду одеваться и побегу на работку.
пацаны сейчас внизу, поэтому у меня дома тишина и спокойствие, играются внизу. А у мамы будет такая пятиминутка спокойная. Я надеюсь. Хотя, может быть, что как только я сяду пить кофе, все сразу вернутся домой. И моя пятиминутка закончится очень быстро. Пятисекундкой закончится. Пятиминутка закончится пятисекундкой. Вот маленькая пена получилась, наверное, потому что я налила много молока. Не знаю, в чем дело. Иногда получается хорошая пена, иногда не очень хорошая. Ну, мне и так хорошо. Вот такой он в разрезе, очень красивый, хорошо поднялся. Вот. Просто замечательный тортик. Пирог. Это не торт, это пирог. Очень быстро делается, элементарно. 3 яйца, ваниль. Стакан сахара, стакан молока, полстакана подсолнечного масла и мука. Мука там, конечно, но я кладу муку на глаз. У меня так получается, чтобы такая была консистенция, как и при обычном, не знаю, на обычные кексы, на обычный пирог, на... Вот мой пирог. Приятного всем аппетита, и мне тоже. И приятного отдыха. Приятной пятиминутки.